Очень частый вопрос, можем ли мы поставить дом из трехслойных утепленных железобетонных панелей на вашем участке? Ответ – да, можем. Более того, мы можем сначала снести вот такой дом, а потом на его место меж сосен, особо не ломая ландшафт, не пиля лишние деревья, поставить свой настоящий каменный железобетонный дом. Вот чтобы вот вы потом выходили так на улицу, и вот такой простор. Конкретно на этом объекте, а находимся мы в Ленинградской области, в населенном пункте Петровская, немножко раскроем карты, мы столкнемся со следующими особенностями монтажа нашего дома. Обратите внимание на эти ворота. Каждый раз, когда мы работаем на объектах, которые уже сформированы, где уже стояло какое-то строение, строение, как здесь, которое мы предварительно снесли, мы сталкиваемся с проблемами подъезда строительной техники к месту строительства дома. Чтобы вы понимали, мы даже не смогли сюда заехать, первая машина щебня. Первую машину щебня мы высыпали здесь и на тележках ее подняли на фундаментную плиту. Также заказчик попросил максимально сохранить все деревья, поэтому возможности что-либо снести, спилить, даже вот этот туалет, который там, он дорог как память, мы трогать не будем, я шучу. Вот дом, точнее остатки дома, вот место, где будет сделано новое, где будет поставлен новый дом из наших панелей. Все по классике. Каждый раз вам рассказываем о том, что сначала выбирается плодородный грунт, после этого укладывается геотекстиль. На него отсыпается песок, он трамбуется. После этого щебень, фракция 20 на 40 с виброплитой, с предварительной разводкой канализации, ввода-вывода всех коммуникаций, формируется фундаментная подушка. Фундаментная подушка – это очень важно. Да, кстати, здесь еще нам немножко пришлось покорчевать. Тоже все вручную, никаких бульдозеров, все руками, все вручную. Но мы этого не боимся. С формированием фундаментной подушки мы сразу же делаем прифундаментный дренаж. Это ревизионные колодцы. Там сухо, участок сухой, хороший. Вот здесь по контуру уже прокопано и засыпано таким же образом, как здесь. Перфорированная труба в таком кармане из щебня, и тоже все заворачивается геотекстилем. Тем самым мы защитим фундаментную плиту от подпора грунтовых вод. Естественно, сама фундаментная плита, сам бетон будет заливаться на плантен. Это перфорированная мембрана, которая защитит его от капиллярного подсоса влаги снизу и воздействия какой-то органики. Все, ждем монтажа, продолжаем готовить опалубку, естественно, арматура, естественно, 20 на 20. Приедем сюда в следующий раз, когда будем заливаться.